Так, 20 августа 2021 год, Харьков, 3:50 по Киеву, в Харькове утречком. И это у нас противостояние Юпитера. Внизу экрана сейчас скрывается, это спутник Каллисто. Дальше идет спутник, вот все четыре спутника видим, Ганимед, Галилеев. Каллисто, Европа, потом Юпитер идет, Ио и Ганимед. Противостояние Юпитера сегодня. Не могу без даже этого слова, не сегодня, а конкретно сейчас. Шестьсот миллионов километров. До этого газового гиганта по своей орбите к Земле он приблизился на максимальное за этот год расстояние. Так, вот это спутник Европа, вот это Юпитер. Ну, давай сейчас выдержку уменьшим. Ну, даже какие-то намеки на экваториальную полосу я вижу. Но весьма условная, конечно. Хорошо. Что, бонусом посмотрим. На Плеяды. Придется выдвигать. Ну вот они, наши семь сестер. Слушай, ветер стих, ничего в себе. Вот это да. Так, там у нас еще дальше. Что есть? Бетельгейз, где? Вот она. Двойная пульсирующая переменная. Световых лет до нее.
Нет, рано я по поводу ветра порадовался. Ладно, это так себе развлечение. Хотя пояс Ориона может он. Зафиксировать. Вот пояс Ориона. Мы, наверное, вернемся к виновнику торжества напоследок, Юпитеру. Противостояние Сатурна снимал 2 августа, сегодня 20 августа, и противостояние Юпитера. Отлично. 3:57 по Киеву, Харькову. 20 августа 2021 года.